Ну что, всем привет, добро пожаловать на мой YouTube канал. Я решила чуть-чуть изменить контент видео. Да, как видите, смотрю Family Guy, но я решила записывать видео неделю перед выпуском, потому что тогда я чувствую более мотивацию. И сегодня хочу поговорить с вами насчет MoonPay. Ай, забыла сказать. Привет всем котятам. Это я, Маргарита Крипто. Давайте начнем с того. Если вы покупаете криптовалюту, есть возможность покупать и откладывать, либо зарабатывать пассивно на MoonPay. Извините, просто так спать хочется. Я не знаю, почему так всегда выходит у меня. На MoonPay. Я пробовала найти или есть русский язык, то я его не нашла. Но если вы находитесь гражданины Евросоюза и не только, вы можете заказать и купить через MoonPay, да? Вы можете платить Google либо Apple Pay, так же само Master Visa. И, конечно, можно купить, продать, обменять и, конечно, научиться больше. Так же самого MoonPay можно не только для своих личных делов покупать криптовалюту, но также сам можно делать и бизнес, если вы занимаетесь бизнесом. Конечно, счет бизнеса это дольше будет, чтобы зарегистрировать, получить все нужное. Конечно, срок дольше будет. Но и что хотел сказать? Можно так же самое, извините, можно так же самое, значит, если вы видите, если у вас есть, например, Ledger, либо, сейчас я думаю, MetaMask и другие платформы, есть возможность покупать через MoonPay. Я думаю, что все вы увидели. И давайте просто посмотрим, что есть в MoonPay. Мы, конечно, не будем долго проводить времени. У меня есть MoonPay, я его зарегистрировала конкретно, чтобы покупать криптовалюту в прошлом году, это в 2023 году, в конце, и я купила несколько валют, чтобы просто иметь на всякий случай. То вам показывают, почему MoonPay, и много кто выбирает, почему 15 миллион людей, что все идет защита ваша информация, также самое security certified. И, конечно, это очень легко держать, покупать и так далее, да? Потому что же самое можете не только что купить криптовалюту, но и NFT так же самое. И, конечно, есть чуть-чуть почему и кто пользует MoonPay, то мы видим кошельки Trust Wallet, MetaMask, Bitcoin.com, Exodus, Ledger, как я говорила, да, так же самое есть и биржи, то и вот эти биржи, бренды какие, Universal, NFT, Near Foundation и Marketplace, так же самое OpenSea, да, то я думаю, что мы будем с вами, я присоединю видео насчет MetaMask, Bitcoin.com, что я делала, что вы сможете смотреть, и также сама Ledger, то видео будут в течение этого всего. И в конце также самое можно найти их. Что вы можете купить. И, конечно, проверить их на социальной сети. То вот, например, если я хочу купить, пусть будет 300, мы нажимаем Continue, и нам дадут, чтобы зарегистрироваться. Да? Регистрация вообще-то очень простая, легкая, нетрудная. Вы можете зарегистрироваться так же само, как электронной почте. И, конечно, придумать очень хороший паспорт. По-моему, если не ошибаюсь, надо будет записать 12 фраз, если не ошибаюсь. И можно через то же самое Google, либо App. Мы этого делать не будем. И я просто уже иду баиньки, мне кажется. Я хотела показать вам такую быструю легкую видео на всякий случай. Это паруминутная она.
не такая долгая больше. И, конечно, если вы будете делать сайнап, вы можете посмотреть. Это очень легко, правда, просто нетрудно. И, может, у вас можно будет поменяться. Всем до скорой встречи. И каждые ролики будут выходить очень скоро. Всем пока и до скорой встречи, ребята.